Смотрите, какая красота, правда? Такие облака красивые. Облака белокрылые шапки. Всем доброе утро. У меня что-то капнуло, думала опять птичка накакала. Но нет, это капля воды откуда-то непонятно взялась. В общем, идем на работу, как всегда. У нас сегодня облачно с прояснениями, так можно сказать. Тут вот сам святой какой-то, сеньор де Лаганья. Тростниковый какой-то. Это электрическое. На батарейках. Это. Маму яст. Свечка на батарейках. Не знаю, как вот это вот. Здесь вот клиентка моя живет. Как она тут живет, у нее вот это вот. Ее только закуток. Там ни окон, ни дверей. Но опять капнула. Посмотри. Ну это не птичка капнула, это вода. В общем, я не знаю, как она здесь живет. Блин, прям достаточно так капает. Без окон, без дверей. Я люблю, знаете, чтобы в квартире было много света. Капает. Много света, чтобы все было светло и уютно. Смотрите, даже на асфальте капает. Это вы, конечно, наверное, не увидите, но капает. И дождик пошел, смотрите. Из какого облака, наверное, из вот этого. Так очень странно. Прям так нормально. Кап-кап, кап-кап. Пошла я работать. У меня там уже клиентки есть. Не люблю я субботу, не знаю. Народу много, все колготятся. Чарлин друг вон там в окошке выглянул. Все колготятся. Всем надо быстро. Эх, ну зато завтра выходной. Хоть. Видите, у меня на очках капля. Вот так выглядит мой обед. Макароны с пармезаном, с песто. И вот такой вот салат из морепродуктов. А еще я обожаю очень воду с газированную. Вкусняшка. Не знаю, почему мне прям нравится. Я, конечно, ее не пью каждый день. Но вот вчера купила себе бутылочку. И сейчас буду пить с газированной водой. Всем приятного аппетита. Меня там машинка постиралась бельем. Вот сижу, думаю, что же мне с ним делать, потому что. У нас дождик капает. Пипец. И что же мне теперь? Как же быть? Как быть? Очень интересная тема. К тому же белье-то светлое все, не темное. А если машинки останется, оно потом, знаете, все такое... В общем, гладить надо будет. Ой, а то как пахнет мокрым асфальтом, боже. Почему не сделали духи мокрый асфальт? Я не понимаю, потому что мне кажется, что запах мокрого асфальта нравится абсолютно всем. Вы тоже так считаете? Вам нравится... Запах мокрого асфальта. Вот я обожаю, когда этот запах, мне кажется, да, духи, ну или хотя бы гель для душа нужно было сделать. Кстати, жаль, что я не умею варить мыло, а то бы я сварганила такое, запатентовала и продавала бы, наверное. Даю идею, кто умеет варить мыло с запахом. Ой, ну что ж делать-то? Потому что, смотрите, облака-то везде, и, по-моему, они не собираются уходить. Ну ладно, подожду еще часик. Потом мне по-любому нужно пойти. Нет, часик нельзя ждать, оно потом будет... Давайте сначала на цветочки. Смотрите, какие они у меня цветочки. И вот он приходит в себя, цветочек, ничего. Так, мушки какие-то. А фикус-то видали, который у меня мандыкнулся? Вот, красавец какой. А? В общем, все цветет, кроме фиалки. Фиалки, я уже, знаете, вычитала, фиалку нужно напугать, типа взять ножницы или что-то и сказать, я тебя отрежу, если ты не зацветешь. Вы что думаете, я так сделала? Она нифига не испугалась. Зато, смотрите, эти какие-то зеленые-зеленые, а эти, она у меня пару дней на солнце постояла, они какие-то более. Вот я смотрю, может быть, стрелки пустит, но нет, ничего не растет. Это мои калы.
Они, по-моему, сейчас у меня отдыхают. И потом, вроде бы, как тоже читала, в августе должны зацвести. Посмотрим. И эта фиалка, вот смотрите, тоже какая большая. Сама выращенная, кстати. И затросточка. Знаете, все это можно купить, но когда само растет, и вот ты просто в воду вставил, и оно растет. Кстати, кактусенок тут у меня тоже. То это как-то придает больше желания. Смотрите, вот этот я тоже посадила сюда. У него там и корни были. Надеюсь, что вырастет. Пока я болтала. Погода не изменилась. Смотрите, как темно дома. Видите? Видите, как темно. Пойду все-таки повешу белье. И будь что будет. Правда? Вы знаете, иду на работу. Я самого главного вчера не купила. Вот эти вот штуки от комаров. А у меня уже все. Вчера последняя ночь была. Без комаров. Придется сегодня заехать. Потому что иначе меня все сожрут. Я такая сладкая, что меня комары просто обожают. Давай, заходи. У меня сегодня полосатая вся. Я такая полосатая. Даже шлепки полосатые. Ой, жарко, душно. Да вообще, прям, знаете, какой-то день сегодня дурацкий. Пасмурно, дождик пройдет. Потом порывистый ветер, что у меня все шторки улетают, двери захлопываются. Потом жаркий-жаркий ветерок легкий подует. В общем, непонятно, что происходит. Надо сегодня успеть посмотреть телек, чтобы там, как телек, 9 вечера у нас передают, без 5, без 10, 9 у нас передают погоду, в которой я верю. По первому каналу. Спера. Машина едет. Смотрите, как я у нас дождик чистый прошел. Видно, да? Какой дождик у нас чистый. Вот такой вот. А это может быть от Сахары у нас идет. Это, как ее называют, пыль. Смотрите, какие машины. Дождик прошел. Смотрите. Везде дождь проходит, и машины моются, а у нас наоборот. А я еще мыть хотела. Пока не пройдет вот это вот непонятно что, я мыть машину не буду. Смысл? В общем, что я говорила, уже не помню. Ну, не важно. Значит, не так уж и важно это было. Минга, мама. Давай. Заходи. Карета подана. Уже 5, блин, я опаздываю. Ехала за одним туристом, блин, не знаю. Едут, куда вы едете, если вы не знаете, как ехать туда, что проехать. Видите, что узкие улицы. И вот мы ехали, он каждого поворота останавливался, смотрел, куда ему повернуть. А здесь нет никаких поворотов, здесь вот так вот все время прямо, и прямо, и прямо. Здесь вот видите, какие улочки, 1,5 метра в ширину. И вот он ехал, замок этот искал. Я уже вся... 15 человек останавливал, спрашивал. Вот смотрите, едет, остановится вот у этого и смотрит, можно ли проехать. В общем, дебилизм какой-то. Ну, естественно, я 15-20 минут за ним ехала, когда здесь 5 минут максимум подниматься на машине. В общем, дурдом на выезде с этими туристами. Война. Смотрите, какая у нас пасмурная. Кстати, тут машина была. Это моя клиентка. Я вот на нее смотрю, ее кто-то подстриг, но это не я. Так, что это несправедливо и неправильно. Только я могу ее подстригать. Что это такое? Просто жуть. Бегом. А, еще мне смс-ка пришла. WhatsApp. Кто-то, наверное, меня хочет. Сегодня замечательная погода для прогулок. Вообще кайф такой. Не жарко, ветерок прохладный. Вообще прям кайфую. Особенно после работы. Вся в мыле. Никого не ожидала. Ну, в принципе, как никого. Постоянных клиенток. Потом набежали. В общем, вся в мыле. Даже не в мыле, а, знаете, очень сильная влажность здесь. Вот у нас в Матриле, где я живу, там не такая влажность, как здесь. Здесь просто сырая вся от того, что влажность. О, ветерок, чувствуете, какой? Чувствуете? Пойдемте посмотрим, что на пляже. Наверное, все уже сбежали оттуда.
общем, не хочу никуда ехать ни за каким этим от комаров. На ночку, думаю, хватит. Но заправиться нужно, поехать заправиться, потому что мы завтра кое-куда едем. Оставайтесь на связи. На завтрашней связи. Вот, и для этого нужен бензин. Так что мне нужно заправиться. В понедельник я тоже кое-куда собралась. Так что вообще подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Вот. Такие у нас планы будут, от которых вы узнаете завтра. А для этого нужно идти, поехать, заправиться. Машин столько ездит. Все едут с пляжа, потому что погода уже совершенно не пляжная. Да и время уже 8-9 час. Да, я сегодня немножко задержалась на работе. Поэтому машин очень много. Прям вообще. Ну вот я и дома. У нас тут все летало. Ветер, ураган. Намыла себе ужин. Смотрите, какой у меня вкусняцкий ужин. Конечно, вкуснее бы было бы поесть что-то существенное, но существенное я не могу ужинать. Все на попе откладывается за раз, два раза. Я вот смотрю по видео и завтракают так нормально, знаете. И обедают, потом еще ужинают. Пускай даже рыбка там вареная или мясо вареное. Я не могу себе такое позволить. У меня сразу все на попе откладывается. Если весь ужин, у меня откладывается на попе. За мою попу. Водичка газированная. Сейчас пойду все-таки белье снимать, несмотря на то, что капали 3 капли грязи. Не знаю, посмотрим на белье, может быть, там эти 3 капли все. А полезем, посмотрим, что там такое случилось. Чем разговоры-то разговариваем, куда можно посмотреть все. Сейчас ветер стих, кстати. Ой. Хорошо. Ну не, все живое. О, шкаф что-то открылся. Зато и это не улетел. Странно. Смотрите, тазик какой грязный. Надо его сейчас помыть. Ну ничего, нормально. Грязи не видно. Да и ладно. Говорю только, блин, измазал все этот дождик дурацкий. О, как хорошо на улице. Знаете, какие вот вечера, как у нас в России. Такие прохладные, даже не прохладные, а такие вот свежие. Смотрю там, смотрите, что у меня творится. Вот эта вот штука, она лежала на этой. Вот так вот тут лежала. И смотрите, как улетела. У мужа лежит уже крыша там на работе. Осталось ее только привезти. А вот когда? Об этом история умалчивает, блин. Хоть самой ехай и забирай. Ладно, буду белье снимать, раз уж я тут-то, правильно? Протру сейчас тазик. Мать его, надо было его перевернуть, что-то голова не работала. А сейчас вообще ветерочка нету, и такая духотища стоит. А еще у меня все смотрят мои ногти и говорят, какие красивые ногти, как оригинально. Прикол, это я сегодня на заправке, там девушка, уже можно сказать, знакомая. Она все время с моим Чарли общается. Чарли на нее гавкает, она его все время спрашивает, почему он на нее гавкает. И вот она говорит, что это красивый там муж. Я ему объясняю, что почему он не паркуется. У нас вон там, в принципе, нельзя парковаться, но там все паркуются, почему бы и нет. Я как это, а паркокочи здесь называются. Еще пахнет этой, как ее, соляркой почему-то. Так что я сейчас его паркую, а с вами буду прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра в очень красивом месте. Так что до завтра. Пока-пока.